Дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо. Сегодня без ваших аплодисментов нам совершенно не обойтись, потому что повод у нас особый, несмотря на то, что рояль никак не настроится. Повод у нас прекрасный, и мы очень все рады вас здесь видеть, очень вас благодарим за то, что вы с нами сегодня, потому что в тяжелой московской конкурентной борьбе за ваше внимание очень хочется приблизиться к победе. С вашей помощью сегодня мы это сделаем. Мы очень сегодня, я бы хотела рассказать примерно, какой у нас будет формат сегодняшнего мероприятия. Значит, поскольку у нас предусмотрена несколько, так скажем, классическая часть, джазовая часть, потом подарочная часть. И еще у нас есть, мы пригласили специально замечательного человека, Петра Тармена, правнука изобретателя, изобретшего, простите, за масло масляное, изобретшего терминвокс, такой замечательный инструмент, которым мы с Денисом недавно познакомились и, в общем, очаровались. И в перерыве у нас будет между классической частью, джазовой частью будет небольшой антракт, в который вы сможете все дружно подойти к этому прекрасному инструменту, который будет находиться, видимо, где-то в этой части, и попробовать свои силы. Это будет замечательно, я думаю, очень смешно и прекрасно, потому что, в принципе, на нем играть не удается никому, ну, в основном. Поэтому всегда это очень забавно, и мы будем пробовать, вот Денис как-то пытался исполнить что-то из Рококо, Чайковского или что-то Рахманинова, очень фальшиво и очень смешно. Я думаю, что, может быть, мы сегодня попробуем это тоже услышать. Вот. А в перерыве все вы сможете тоже позабавиться на эту тему. Значит, и у нас формат такой легкий, мы специально сделали это мероприятие не там, в Рахманиновском зале консерватории, не где-то еще, а именно в клубе, где атмосфера такая спокойная, расслабленная, и здесь каждый может, в общем, делать все, что хочет. Единственная большая просьба, вот, пока будут всякие там Рахманиновы и что-то вот подобное, но если можно, не очень громко разговаривать. Вот, когда потом присоединиться к нашим артистам, присоединяться джазовые музыканты, там уже будет можно, наверное, вообще все. Вот. И сейчас я хочу представить всех музыкантов, которые появятся на сцене. Естественно, это Денис Шаповалов, виолончелист и юбиляр. Также сюда выйдет замечательный пианист Александр Вершинин. А вот и они. И они нам исполнят что-нибудь такое очень приятное и медленное для расслабления. И мы будем перемежать выступления их с показом некоторого видео. Мы так с перепугу решили агитировать вас, в том числе клипом о том, как Денис посетил Северный полюс. Вот. А потом подумали, что есть еще, ну так скажем, весьма интересные исторические съемки, связанные с общением с Мстиславом Ростроповичем, которые уже сегодня такие действительно очень исторические и имеют большую ценность. Мы тоже познакомим вас с этим видео, потому что его нет нигде ни в YouTube и так далее. Я думаю, что это будет для вас интересно. И в конце, возможно, мы еще тоже повеселимся одним клипом. Денис, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья, любимые друзья. Мы вас приветствуем. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. Воскресный вечер. Вы проведете его в замечательной компании. И продолжайте, пожалуйста, выпивать, кушать вкусности. А мы для вас поиграем. Немножко, может быть, необычная музыка для этого места, но мы начнем с Рахманинова Сергея Васильевича. И дальше что-нибудь еще поиграем. Первая пьеска называется «Прелюдия».
Спасибо большое за рояль. Но сегодня мы решили играть все наоборот. Пойдем от финала к началу. Спасибо. Продолжим. Немножко поход в историю. Мы с Сашей уже играем, мне кажется, 17-й год. Да, 17-й год. Поаплодируйте, пожалуйста. Это небольшие кусочки из нашей прошлогодней программы, когда был юбилей Сергея Васильевича Рахманинова. И мы продолжим сейчас и сыграем романс «Маргаритки». Кушайте смело, но тихо.
в серединке можете нас поддержать и похлопать в такт. По плечу тоже можно.
следующую точно можно есть что-нибудь. Венгерский танец Йоханнеса Брамса. Что сейчас можно немножко посмотреть какие-нибудь кино, да, если вы не против. Про что у нас будет кино? Дальше поиграем? Сонаты Рахмейнова, и в третьем ряду сидел маэстро,
наслужил. Вот так что сейчас мы для вас сыграем. Который играет Анданте из соната Рахманинова, на, по-моему, они играли на юбилей Карнеги Холл. Эта запись, она была у нас просто, вот, ну, это, как мы фанаты были всей этой записи, и вдруг вот мы выходим с Денисом играть, и там в третьем ряду сидит Ростропович. Это, конечно, было испытание такое не для слабонервных. Вот. Ну, сейчас вот мы как можем так сыграть. Там еще принимал участие известный скрипач Николай Сальченко. И была информация, что Ростропович не сможет побыть на этом концерте, потому что он уезжает в другой город. И вот Коля играет в первом отделении, выходит с огромными глазами и говорит: «В третьем ряду сидит Ростропович!» Всем стало очень весело. Да, всем стало очень весело. Где-то есть видео, где я хожу тоже с такими же глазами, буквально перед сценой. Вот. Так что... И Денис еще сказал: «Зачем ты мне сказал, что он там есть?» Thank you.
Дед Мороз. Наш Дед Мороз. Друзья, мы вас приглашаем всех к нам вновь. И сейчас прозвучит несколько частей из замечательной сюиты Клода Голинга для виолончели джазового трио. Вот, спасибо большое. Итак, к нашим уже встреченным вами замечательным музыкантам Денису Шаповалову и Александру Вершинину присоединился прекрасный исполнитель на ударных Иван Авалиани. Аплодисменты, друзья мои! И, ну, в общем, лучший музыкант современности, однозначно совершенно. Самый лучший музыкант современности и вообще во всех жанрах, ну а в джазе он так уж вообще абсолютно, без сомнения. У кого есть сомнения, могут выйти, пожалуйста, сюда и что-то такое добавить от себя. Вот, но, в общем, это Игорь Иванушкин International, как мы его называем. Сейчас прозвучат несколько произведений, потом мы еще посмотрим клип, потом еще поиграем. Всем приятного вечера! Я есть, спасибо. Друзья, сейчас прозвучат самые вкусные отрывки из кусочки из сюиты, джазовой сюиты, виолончели, фортепиано, дабл бас и барабаны. Клода Голинга. Барок в ритме, да, барок ин ритм. Thank you.
программу на танец. Тем не менее, романтик.
просит передать, чем больше вы выглядите, тем лучше мы будем играть. А девушки и так красивые. Сейчас мой маленький эквипмент наденем на мой хэд. Слышно? Можно? У нас просто давно у Дениса Валерьевича была мечта. И сегодня, благодаря нашему замечательному оператору Андрею Макарову, она должна воплотиться. Ну и в том числе благодаря вам, конечно. Вот такая замечательная камера GoPro, которую Денис очень хотел надеть на голову и снимать в это время публику во время игры. Как это получится? Мне кажется, это самое уместное вот сейчас попробовать здесь. Но чтобы в Большом зале консерватории это было бы странно, а здесь, мне кажется, очень хорошо. Если, кстати, возможно... Спасибо. Если, кстати, возможно чуть-чуть осветить зал, подсветить публику, было бы прямо очень благодарственно, если это реально. Thank you.
называется «Ночь». Оно написано, придумано Александром Вершининым. Просим любить и жаловать. «Ночь». Фламенко, когда танцуют над костром, костер горит, и в пещерах танцовщики показывают свое искусство. Ну, в общем, вот такая пьеса. Называется «Ночь».
гостях Аркадий Шелклопер. Это большая честь для нас. А я правильно поняла, что Денис Шаповалов закончил на сегодня выступление свое? Меня кто-нибудь слышит? Сразу, мы еще в конце что-нибудь сыграем. А, спасибо. Вот так вот, понятно. Все поменялось просто, сценарий изменяется по ходу пьесы. Поэтому, Аркадий, мы будем счастливы увидеть ваше искусство совместно с замечательной Анной Соколовой. Аплодисменты. На любом званом вечере такого формата, конечно же, есть гости. Заморские. Вот был привет от испанцев, да, я так понимаю. В роли посыльного или посла был Саша Вершинин. Ну, я вот взял на себя миссию двух послов, или, скажем так, двух посыльных. И поздравление Денису, первое поздравление из Ирландии. Я бы сказал, даже... Из Кельтии. Есть такая страна? Кельтия. Мы это сделаем. Если ее нет, значит мы это... Вот, из страны Кельтии мы сейчас сыграем на композицию, которая так называется «Фольксонг». Thank you.
Дорогой Денис, это для тебя. Еще один гость, точнее посыльный, или посол, из Швейцарии. Из кантона Цуг, Муататаль. Ничего, что с вами по-швейцарски? Муататаль. Это такая гора. Мы сейчас играем песенку, которую из Швейцарии нам прислали. Песенка, правда, написана мной, извиняюсь за выражение. Тем не менее. Но все равно будет швейцарский, так сказать, дух. А песня называется «Torn Bag» – «Рваный мешок». Thank you.
спасибо, Денис. Швейцарские, испанские, болгарские, кельтские гости. У нас есть. Так что, Катюшка, ты вот зажигалочка, дай бог, чтобы оно так дальше было. Денис, я не знаю, где ты сидишь, в каком ряду. А, ты уже... Вот, Денис, тебе повезло просто с супругой, и я тебя поздравляю вместе с ней. Обожаю вас всех. Ребятам всем огромное спасибо, и маэстро всем творческое сегодня просто огромная благодарность. Всех люблю. Фиг с ним, не будем, в следующий раз. Надо. Сейчас другой градус. Друзья, мы вам хотим пожелать, мы не расходимся, конечно же. В конце мы сыграем Love Ballad, Оскар Питерсон. Желаю вам любви, счастья, здоровья в новом году, и в следующем году, и в следующем еще. Ну, 100, ладно, после этого. Будьте здоровы, счастливы, любите друг друга.
Продолжаем, мы очень счастливы. Продолжаем аплодировать, Денис Шаповалов, Александр Вершинин, Игорь Иванушкин Интернешнл, Иван Авриани, Аркадий Шоу-Опер, Анна Соколова. И вы все, спасибо вам, что вы сегодня пришли. Пожалуйста, никуда не уходите. Сейчас мы уже можем начать наконец-то радоваться и праздновать. Все вместе с именинами. Ура!